Это событие доктора называют беспрецедентным в медицинском сообществе. С помощью централизованной метасинхронной трансляции специалисты разных регионов России, а также некоторых стран русскоговорящего зарубежья, одновременно проходят обучение по программе Международного института интегральной превентивной и антивозрастной медицины PreventAge. Инициативу института поддержали врачи центра «Примавера». Так, первым на Дальнем Востоке к уникальному образовательному проекту присоединился Владивосток. Сегодня у нас второй модуль обучения, 10 модулей, и здесь врачи, которыми можно гордиться, и может гордиться Приморский край, может быть гордиться и даже Дальний Восток, потому что есть врачи из Благовещенска, из Хабаровска, у нас есть команда, которые приехали, будут учиться по московскому времени онлайн с 4 наших дня до часу ночи. У нас будут 3 дня, я думаю, тех знаний, которые мы получим от лучших экспертов института PreventAge и от ректора института. Это уникальные знания по тому, как уберечь себя в этой жизни от токсинов. Превентивная или предупредительная медицина, по словам специалистов, сегодня должна выйти на новый уровень. Образ и условия жизни человека 21 века значительно изменились. Так, к уже известным постулатам здорового образа жизни необходимо подключать новые. И большое внимание здесь важно уделять профилактике заболеваний. Что изменилось? Изменилось питание. Причем катастрофически. И мы видим, что это захлестнуло всех, все человечество, углеводная пища. И она практически везде. Человек не должен так питаться, и он уже стал это осознавать, и с пониманием к этому стали относиться врачи, потому что первое, что они рекомендуют, это рациональное, персонализированное питание. Модульная система обучения дает возможность специалистам встречаться раз в 2-3 месяца и позволяет полностью погрузиться в ту или иную тему. Кроме базовых модулей, доктора также могут пройти и последипломное обучение с посещением конгрессов, где выступают международные эксперты в области медицины. Уникальнейшие лекции, уникальнейших лекторов. Вот, поэтому у нас даже те доктора, которые были уже на каких-то отдельных модулях, они все с удовольствием присоединились к учебе, чтобы пройти полный курс, потому что модули обновляются, они дополняются новыми открытиями, данными новыми, и всегда с интересом даже то, что ты уже слышал год или два назад, вот на современном этапе это слышать гораздо интереснее. Для тех, кто не имеет базового медицинского образования, но хочет знать все о здоровом образе жизни современного человека, институт PreventAge запускает в январе следующего года спецпроект. Рассказать как можно больше об активном долголетии – главная цель специалистов. Поддержать проект на Дальнем Востоке также планирует Центр эндокринного здоровья и репродукции «Примавера». Анна Бережная, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.